Ребят, всем здравствуйте! Отсюда начнем свое путешествие на горный Алтай. Поедем для себя на новую базу. База Ной такая есть. Ну вот, ребята, добрались мы до базы. Расселились, маленько раскидали вещи. Как обычно, hold room. Или как там, поправите меня в комментариях. Сейчас покажу дом, а потом сделаем полный обзор базы. Ну тут сразу красота, горы и все прочее. Беседочка с мангалом. Давайте в дом зайдем. Дом на двух хозяев, так сказать. Здесь мы расселились. Кресло, кровать у нас. Вот такая для ребенка. Для взрослых двухспальная. Холодильник, чайник, гардероб. Давайте посмотрим тоже немаловажную вещь. Так скажем, санузел. Все здесь имеется, раковина. Ну и вот сам душ. Шторочками закрывается. Все чисто, аккуратно, красиво. База отдыха называется Ной. В селе Лекманар. В Чемальском районе находится горный Алтай. Горно-Алтайский край, или как там правильно. В общем, разберетесь. Тут тоже также есть на верандочке столик с лавочкой. А это к друзьям зайдем. Тут двухспальная кровать. На двух человек номер рассчитан. Все, в принципе, похоже также. Вот, смотрите. Ну и санузел тоже покажу. Вот такой санузел. Все здесь цивильно, чисто. Бойлер висит на два номера. Вода есть горячая, холодная. Раковина. Все, и бумага, все-все присутствует. То есть и мыло, все есть. В номерах чистенько, приятно. Сама база на внешний вид очень интересная. Территория огромная. Вот если видите, это основной дом базы. Но я вам покажу уже, когда полный обзор базы будем делать. Смотрите, ребят, немаловажный момент. Смотрите, как люди все продумали. Подставочка, полочка такая, да, видите? И то есть можно положить телефон, а не какой-то стул, тумбочку. Поставить, зарядить свои гаджеты. И также здесь. Вообще молодцы. Просто шикарно. База пока только радует. Начнем обзорчик данной базы. База интересная, территория довольно-таки большая. Я, как вы знаете, по всем видео побывал на многих базах в горном Алтае. И это, скажу, достойный вариант, где можно хорошо провести время. Как вы видите по названию, база отдыха Ной называется. Кому будет интересно, в описании или в комментариях оставлю ссылку. Где адрес конкретный? Давайте начнем справа налево и придем к нашему домику. Вот это основной дом вы видели. Вот здесь вот такая красота у нас. Вот еще один большой дом. Большой дом. Это, наверное, какой-то хозблок. А может быть, ну да, скорее всего. Вот домик, а вот та банька, вот это вот, видите, баньку с трубой, вот дом. У каждого дома есть мангалы, беседки, мусор везде, все чисто. Сразу это я на это внимание обращаю. Циркушка стоит впереди, видите, идем. Вот, это и стоит циркушка. Подходим к бассейну. Бассейн. Ссылочка выскочит, были на трех медведях. Этот чутька поменьше. Я еще не лазил. Вот ребятишки. Вот циркушку подошли. Так, обзорчик покажу. Вот впереди дом тоже. Смотрите, красота какая. Вот домики. Все подстрижено аккуратно. Все сделано. Там дальше домики, домики. Сейчас пойдем дальше. Ребят, напрямую было не пройти. Я вот так обошел.
и сейчас буду продолжать. Ушел в конец дома, ой, господи, базы, где я вам сдалека показывал домики. Вот здесь еще столько домиков, все аккуратно, все красиво. Вот в этом домике есть даже типа тренажерного зала, все. И гантели, а вон бассейн. Ну, отсюда видно, вот где мы сейчас, с какой локации снимали. Здесь, видать, еще не заехали люди, а так в основном везде живут, народу много. Все, плиточка, аккуратно. Вот забор, за ним следующая еще есть база. Вот сейчас пойдем по кругу, прогуляемся. Красота, смотрите, горы. Прям в горах база находится. Сейчас будем проходить мимо бассейна опять. Вот он, домик. Красота. Здесь у нас, видимо, какой-то сад с камнями. Смотрите, как красиво. Сейчас заходим, где мы начинали обзор, со стороны, с тылу, так скажем, сзади этой базы. Основной дом. Здесь у нас тоже какой-то бассейник небольшой, но видно, не функционирует. Что-то фильтруется, бурлит. Видимо, будет детский бассейн какой-то. А я когда читал сюда перед тем, как заехать, что детский бассейн тоже есть, и он даже с подогревом, по-моему. Но это мы все узнаем. Вот такая вот красота. И спереди горы. Вот еще домики, все, беседка, беседка. Вот впереди домики, и подходим к нашему домику. Что-то у меня камера подглючила. Отключилась от жары, жара 37. Это капец. Вот пришел в домик наш. А сейчас мы заснимем полностью основную базу. Сейчас фоточка выскочит этой базы. Это основной дом, так скажем. Поднимаемся. Здесь у нас ресепшн, администратор, кресло. Все красиво, все шикарно. И часы висят. И вот здесь красивые. Пойдемте пройдемся, просто посмотреть. Вы наш домик видели? Кресло, да. В какую сторону пойдем? Да. У меня Юрий рядом со мной, администратор. Он мне все покажет. Идем. Ого, красота какая. На солнышко. Я вот так вот. Вот так красиво. На второй этаж? Пожалуйста. Спасибо. Все в дереве. Я уже вам все рассказал. Просто так еще дополнение обзора основного дома. База очень красивая, интересная. Приезжайте, я первый раз на этой базе, каждый год вы знаете меня уже. Вот это красота прям, вот это прям красота. Вот здесь все, вот это вот все красиво. Вот. В номера мы не будем заходить, но там люди живут как-то неприлично. Везде висят огнетушители. Смотрите, это немаловажный факт, градусник. Холодильник есть тоже. Также везде часы. Да. В номерах все красиво. Да, вы видели уже. Да. А есть где кто-то не живет? Просто так зайти посмотреть. Да, я подожду здесь, я пока поснимаю. Ага, хорошо. Вот смотрите, ребят, также и еще раз. Это очень немаловажный факт. Все в дереве, везде освещение имеется, все прочее. Сейчас Юра придет, мы у него спросим, что это за двери. Ну, наверное, санузлы какие-то, мне просто интересно. А может быть, номер закрыто. Юрий пришел, говорит, все номера заняты. Ну, правда, база хорошая, прям аж на эхо. И здесь прохладно, работают, видимо, кондеры, вытяжка какая-то. Прям красота, на улице сейчас 32 у нас сегодня.
чуть полегче. Не 37 первый день заехали. Вот. Мне все нравится. Так что, ребят, поехали дальше отдыхать.